Элита Артсплюй Продакшн представляет. Привет, мои любимые. Дота меняется, выходят разные обновления, вносятся изменения. В этом выпуске мы рассмотрим новые фишки с ультимейтом Легионки. Новые в том плане, что я вам их еще не показывал. Но также будет самая новая фишка с новым предметом. Лотос. Смотрите, во-первых, мне зритель написал вопрос, что будет, если ультанет Легионка, начнется дуэль, и в это время сагрит Акс. Что будет в итоге, с кем она будет драться? Давайте попробуем. Начинается дуэль, и вражеский Акс агрит. Ничего не происходит, вы видите. То есть Акс не может сбить дуэль, но если он заагрил ближе к концу дуэли, то после дуэли она уже пойдет драться с Аксом. Но именно во время дуэли, видите, он не может перебить дуэль. Никак. То же самое Акс за врага. Не хулигань, не хулигань. Еще раз показываю. Акс за врага, видите? Агрит, не агрится. Но потом, после дуэли, он уже пойдет за Аксом, если там осталось время. Хорошо, далее. Если во время дуэли Бэйн кинет сон, то они будут бесконечно засыпать, пока не кончится дуэль. Но если мы соберем аганим, то это будет бесконечно практически. Пока кто-то из нас не умрет. Давайте я вам покажу, соберем. Сначала давайте я покажу без аганима. Просто ультуем. Кидают сон, засыпаем. И мы по очереди, видите, засыпаем. Опс, опс. Опа. О-ла-ла, о-ла-ла. Просыпайся, красота. Но если мы возьмем аганим, ну и еще парочку предметов давайте возьмем. Чтобы посильнее бить. Это будет слишком сильно. Вот так вот. Ультуем. Кладут сон. Вот мы по очереди засыпаем. Это будет или пока кто-то из нас не умрет, или пока мы не разбежимся на расстояние больше 2000. Видите, потихонечку у Легионки отнимается здоровье. Кстати, мы ее разбудим, или иначе это будет вечно. Сейчас она убьет Свена, и все. Оп, оп, оп. И самая новая фишка, смотрите. Смотрите внимательно. Вот у нас есть два Свена. У каждого есть Лотос. Теперь внимательно смотрим. Так, дайте я себе тоже запишу кое-что. Если мы убиваем врага, да, на втором уровне ультимейта, мы получим за это плюс 14 урона. Сейчас у нас 28, смотрите, все правильно? Все правильно, давайте мы его убиваем. Мы сейчас должны получить плюс 14 урона. Вот, все правильно, плюс 14 урона. Но! Если враг заюзал Лотос, и мы ультанули, смотрите. Мы получаем в 2 раза больше. То есть не 14 мы получили, а 28. Поставь лайк. Напиши комментарий. Подпишись на канал.